Хирургическая помощь, Гаврилово-Посадской ЦРБ, больная тема. В декабре прошлого года отделение закрыли. Зампред правительства Ирина Эрмиш поясняет журналистам, полноценной хирургии в районе и не было. Свидетельство тому старенькие кабинеты с ветхим оборудованием, плюс нехватка врачей и недостаточная практика у имеющихся специалистов. О проведении, скажем, полостных операций речи здесь и не шло. На год приходилось порядка 200 процедур. Если посмотреть структуру тех манипуляций, которые делались на базе хирургического отделения, то из 220 в 2015 году 170 – это операции на мягких тканях. Я не медик, я говорю простым языком. Да? Что это такое? Это значит, ну, кто-то порезался, швы наложить, вросший ноготь, исправить ситуацию. Такую помощь можно оказывать и на базе отделения амбулаторной хирургии. И для Гаврилова Посада на данный момент этот выбор наиболее рационален. Площади у ЦРБ есть, содержать целый корпус не потребуется. А на серьезные операции пациентов, как и прежде, будут отправлять в Тейково и Иваново. Мы ставим как бы своей целью и контролировать будем значит, получение лицензии на этот вид деятельности до 1 октября. Всяческое содействие будем оказывать. И поверьте, жители, вот они, ну, в качестве оказания помощи они ничего не потеряют. Тему медицины продолжили на заседании правительства. В местной ЦРБ укомплектованность врачами 51%. Не хватает педиатров, терапевтов, хирургов. И это вторая задача, которую и администрации района, и руководству больницы нужно решить в ближайшее время. Ложка дегтя и к без того безрадужной картине низкой рождаемости, высокие показатели смертности, выше средней областной отметки. Мы на встрече с общественностью говорили о низкой укомплектованности медицинскими кадрами. Вы сказали 50%, да? И нам эти вещи надо как-то соотнести с повышенной смертностью. Вполне возможно, что какими-то оргмерами мы можем эту тенденцию по смертности все-таки подтолкнуть. Хирургический корпус решено на время законсервировать. Из трех этажей медики использовали только один, а это непозволительное бремя для больничной казны. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово, Посадский район.